Андрей, а какие преимущества ты сразу почувствовал, именно перейдя на немножко другой формат жизни, именно получив вот эту мобильность? Энергии стало больше. Энергии стало больше. И общаясь, начинаешь общаться с такими же людьми. И интересная штука. Те вещи, которые ты думаешь далеко, они достижимы. Вот, то есть мы сами себе не даем достичь наших же мечтаний, наших же стремлений. Что странно, что для меня, я когда увидел на своем примере, что вот я когда-нибудь построю дом, а потом сделаю вот это, когда просто можно вместо того, чтобы думать об этом, взять и построить, вместо того, чтобы думать о машине, взять и купить, оно жизнь по-другому становится. Начинаешь меньше обращать. Опять я понимаю, что может прозвучать немножко странно. Это мелочи. С одной стороны, это та крупная вещь, которая забивает нам жизнь, которая вот перед глазами маячит, что люди хотят работать, чтобы там накопить на квартиру и так далее, там всю жизнь готовы работать. Работая не заработаешь. Работая можно заработать только на жизнь. Все большие, по-настоящему большие деньги придумываются. А придумывать я не умею в той среде, в которой ты постоянно живешь. Нужно менять среду, менять картинку, выезжать в новые места, встречаться с новыми людьми. И когда видишь у кого-то еще, то есть самое простое что-то придумывать, это найти человека, который уже это сделал давно. Или похоже что-то быстрейший сделал. Быстрейший путь, да? Это самый простой путь, да. И ты посмотришь, что с ним начинаешь разговаривать, потому что ничего сложного. То есть ты выстраиваешь себе там трехлетний план достижения чего-то, а на самом деле это двумя звонками решается. И эти вещи, они очень голову равняют.